Сразу несколько пожарных машин, полиция, автомобили всех аварийных служб, снегоуборочная техника, трактора. Такую картину видишь не каждый день. Случайные прохожие могли подумать, что на парковке у Дворца спорта «Видное» произошла какая-то масштабная чрезвычайная ситуация. Но собрались здесь все эти подразделения с другой целью. Их задача была показать, достаточно ли в Ленинском районе сил и средств для устранения чрезвычайных происшествий. Мы сейчас посмотрим наличие личного состава и техники, которые у нас есть в районе, и будем понимать, с какими чрезвычайными ситуациями мы можем справиться своими силами, а для каких ситуаций нам необходимо будет дополнительные силы привлекать с соседних субъектов. Подобные комплексные тренировки проходят регулярно. Здесь представлены службы, которые базируются не только в районном центре, но и в соседних поселениях. Так, совхоз имени Ленина представляла добровольная пожарная дружина, состоящая из 20 человек. Это ребята, молодые ребята, которые работают в основном в центре спорта или занимаются, активные спортсмены, которые готовы в любой момент прийти на помощь в тушении пожаров, в профилактике пожаров. Конечно, они не тушат дома, сложные пожары, а в основном пол травы. Комиссия резюмировала: к стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям службы Ленинского района готовы. Да, есть небольшие недостатки. Кто-то не с должной оперативностью прибыл на место сбора, другие привезли не всю технику. Но в целом тренировка показала положительный результат. Тренировка показала, что Ленинский район обладает достаточными силами и средствами для ликвидации ЧС, который может случиться в любой момент и в любом месте. Полученные результаты предстоит тщательно проанализировать и в случае выявления недочетов исправить в кратчайшие сроки, чтобы на президентской октябрьской тренировке выступить на самом высоком уровне.